пока она даже красным не, там, не отмечается. Мне кажется, они сами разберутся. Бесконечные боеприпасы. Ао. Что происходит? Вычисление координат пункта отправки в альтернативном времени. Внимание! Сбой системы. Хо-хо, взяли обратно, отмотали. Ошибка переноса. Возвращение прервано. Ошибка. Неизвестные темпоральные координаты. Двигатель обратного переноса поврежден. Там что-то взорвалось и опять по времени улетел. Вставайся! Кому говорю, прости пощады! Всех зарегистрированных граждан! Чтобы использовать хронос, дик нажми F. Направленными на вашу защиту, продолжительность сезона дождей может увеличиться. Приносим извинения. Так и будем молчать. Избавленные неудобства. Замедление. Притворяется. А потом надо жить и восстанавливаться. Кто поддерживает повстанцев. Я просто крайне разочарован таким поворотом событий. Ты чё хочешь сделать? В последний раз предлагаю вам обдумать. Тут где-то пауза. Здесь, тут замедление. Продолжите демонстрировать открытое непонимание. О, пушка. Я буду вынужден вас уничтожить. Пока он стоял, пушку у него выхватил. Очевидно, что так называемое повстанческое движение. Ой! Сначала причина. Да. Вчерашнее покушение. Блин, кончилось. Что так? Эту истину. Как ты это сделал? Он нас спас, и мне плевать, как именно. Замедление и остановка. Инверсия. Могу сказать, FEC. Любые попытки выяснить мое местонахождение будут пресекаться в зародыше. Считаю своим долгом напомнить о последствиях дальнейшей. Полная остановка. Быстро нас жрет энергию. Если не прекратятся, мы будем вынуждены казнить всех военнопленных. Перемотка назад. Забавно. В настоящее время побаловался со временем. Ваше бездействие – это тоже выбор, от которого зависит их жизнь. Полезная штука в хозяйстве пригодится. Что же касается военнопленных, я снова должен подчеркнуть важность своевременной регистрации граждан. Помните, времени осталось не так много. Наши тут опять уже кого-то колотят. Где-то не видно. Зарегистрируйте свою семью. Помните, наша защита распространяется. Да они сейчас сами всех переколотят. Они под шквальный огонь попали, противники. Магистрат Крона был учрежден для блага и защиты всех лояльных зарегистрированных граждан. Все. На
надеюсь, вы все сделаете правильный выбор и сделаете его. Нет, что ли, еще лезут, что там звоня? Защищайте позиции. О, они снова полезли. Да в кого они тут стреляют? Тут все в дыму. Ни хрена не видно. О, опять этот пришел. Капец, пол дома унесло. Вроде бы сюда надо идти. А больше-то и некуда. Где этот? Не хвост. Опять его прибило. Два раза умер. Ку бросить гранату. Помогите! Считаю своим долгом напомнить о последствиях. Нажмите F, чтобы остановить время и обезоружить противника. Мы будем вынуждены казнить всех военнопленных. Да хватит уже ему тут одно и то же трындеть и трындеть. Четыре человека. Он даже не почувствовал. Просто зашел в комнату и его не стало. Что же касается военнопленных, я снова должен подчеркнуть важность своевременной регистрации граждан. Помните, времени осталось. Ох ты! Что-то с одной пульки-то не получилось их вырубить. Близкие не пройдут регистрацию, они будут объявлены врагами магистрата. Зарегистрируйтесь сами. Зарегистрируйтесь. Помните, чик. Наша защита распространяется. Хорошее замедление. Зарегистрированных граждан. Мы предлагаем вам лучше. Если время отмотать, близкие, не пройдут, и он снова зайдет. Они будут объявлены врагом магистрата. Учрежден для блага и защиты всех лояльных свою зарегистрированных граждан. Надеюсь, вы все сделаете. А там со спины лупят. Два человека. Ничего, вас не выйдет. Внимание! Че он смотрел? Непонятно. Приносим извинения за доставленные. Куда? А дробовик нормально? Внимание всех, кто поддерживает. Вблизи-то куда эффективнее, чем этот пулеметик. Таким поворотом событий, и в последний раз предлагаю вам обдумать свои действия. Окрестности замечены. Все, он никак заткнуться не может. Очевидно, что так называемое повстанческое движение
Что-то тут не то. Нажмите, чтобы остановить электрический ток. Тут типа электричество будет долбить. Опа! Вижу, вижу. Электрический ток как не бывало. Что там задание? Помочь повстанцам. Дождик прикольно такой медленный. Это они бессмертные, что ли? Я их замедлением времени лупил, лупил они. То ли новые прилезли, то ли они какие-то неубиваемые. Один улетел. Еще один ползет. Источник угрозы. О, мехавод пришел. Мехавод сейчас тут наведет порядка. Пройти к укреплениям повстанцев. Где он? Куда-то ускакал. Да блин. Что-то не то. Тут, по идее, надо было время замедлять, чтобы по трубе проскакать. Но у меня он так прошел. Но целиться не успевает. Я для него слишком быстро иду. Ох ты, ох ты. Остался последний. Там лучше, наверное, с замедлением пробежать. Очевидно, что так называемое повстанческое... А, точно. Вчерашнее покушение... Вот дерьмо, сейчас дерьмо-то будет тебе. А чё он? В него стреляют, а он все равно продолжает там сидеть. Он какой-то терминатор неубиваемый. А чё ты махаешь ручкой? Я же далеко стою. О, нифига. Вот это он сальто сделал. Ушел, горит. Да, конечно. Какая тут грязь. Бугристая.
Снайпер. Это тот, что ли? Это другой. Непонятно.